В будущем году страна отметит 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И подготовка к этой значимой дате началась уже сейчас. Сегодня председатель правительства Чувашии провел заседание оргкомитета. Основные торжества по обыкновению пройдут в столице. Замглава администрации города Алла Салаева рассказала, что концепцию праздника и сценарный план уже начали разрабатывать. В Чебоксарах пройдут конкурсы сочинений среди школьников. Музеи и архивы представят передвижные выставки. Планируется установить мемориальные доски землякам-участникам войны. В рамках концепции по празднованию на следующий год мы, конечно, делаем акцент на те традиции, которые есть в нашем городе, и более масштабно будем подходить с точки зрения организации главных мероприятий. Это коснется и Красной площади, и исторической части города Залива, и Парка Победы. Разрабатывается концепция оформления города, в которую будут входить наружная социальная реклама, ландшафтные и флаговые конструкции. Уже осенью этого года стартуют вахты памяти по реставрации, ремонту, приведению в порядок памятников, обелисков, погибшим защитникам Отечества, мемориальных досок. Выходим с инициативой. Значит, у нас традиционно вот есть весенние экологические акции, есть осенние. И для того, чтобы вся вот эта работа не легла таким бременем на следующий год, начать эту работу уже в этом году. В Чувашии сейчас проживают около 2000 участников войны, тружеников тыла. Министерство здравоохранения и социального развития регулярно проводит диспансеризацию и медобслуживание ветеранов. В большинстве случаев это проходит на дому. Алла Самойлова рассказала, что в течение года для всех ветеранов Великой Отечественной будут организованы плановые госпитализации и обследования. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика.